Прекрасная половина человечества способна на многое. Создать собственную IT-компанию, сварить сыр, превратить творчество в стабильный заработок. Парад амбициозных и талантливых бизнес-вумен собрался на 7-м международном форуме деловых женщин. Ваш вклад в развитие бизнеса, экономики значителен и очень важен. Это почти 50% субъектов малого и среднего бизнеса. Это вы, дорогие женщины, 50%. Более половины самозанятых – это тоже вы. И цифры это с каждым годом только растет. Успешных кейсов становится больше, а практика вовлечения женщин бизнес совершенствуется. Форум деловых женщин – одна из лучших площадок в России, которая помогает начинающим и опытным предпринимательницам продвигать свое дело. Главной задачей его, как всегда, была, остается, есть и будет – это выявление вот наших звездочек, предпринимателей, создание большой воронки и коммуникационной площадки, через которую мы видим новые интересные проекты, идеи. Мероприятие является важной частью реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Государство активно помогает женщинам идти к поставленной цели. Мы видим огромное количество продуктов государственной поддержки, будь то начало собственного бизнеса, да, и маленькие какие-то субсидии либо гранты, да, и заканчивая большими огромными проектами, да, когда мы видим многомиллионную поддержку в качестве субсидий либо займов для женщин. На форуме подписали 4-стороннее соглашение между представителями Ассоциации женщин-предпринимателей Ульяновска, Чебоксар, Пензы и Йошкар-Олы. Благодаря ему бизнес-леди будут делиться своим опытом. А делиться, правда, есть чем. Ульяновские и российские предпринимательницы уже активно входят на мировой рынок. За последние годы у нас заметно увеличилось число женщин-предпринимателей и число женщин-предпринимателей, которые занимаются бизнесом очень серьезно. У них очень такие креативные идеи, у них очень много таких проектов, которые достойны внимания. И самое главное, что наши женщины-предприниматели выходят на мировой уровень, они экспортируют свою продукцию. Также на форуме подвели итоги сразу нескольких конкурсов и выбрали лучших в своем деле. Одной из победительниц стала Дарья Федотова. В ее бизнесе помогает ей вся семья. Не выходя из дома, они готовят сыры, йогурты, кисломолочную продукцию и мясо. А начиналось все с домика в деревне и одной козы. 8 лет назад мы переехали с Ульяновска. Просто купили дом в деревне и переехали. Это была идея мужа. Завели хозяйство небольшое. Сначала одна коза. И с одной козы вот за 8 лет доросли до стада. У нас сейчас 13 дойных коз. Овцы, 12 кисловрыхи, поросята, птица. Примерно 2 года я как варю сыр. Ключевым событием мероприятия традиционно стало пленарное заседание, в котором приняли участие глава региона Алексей Русский, представители Совета Федерации, федеральные эксперты и бизнес-леди. На протяжении 2 дней на форуме работала выставка дегустации «Сделано мамой, сделано в Ульяновске». Это 40 производительниц украшений, одежды, декора для дома и вкусной еды. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.